Приветствуем всех. Как видим, мы тут как раз таки уже обустроились. Даже вот немножечко орды сохранили, чтобы они здесь были. Хотя мы ловушек не взрывать, не создаем. Ну вот есть молотилки, но мы их откопали, насколько я понимаю. Потому что я их очень долгое время не замечал. Ладно, отвлекаемся. Нам надо очень срочно. Избавиться от лагеря героев. Надоели. Сплошной пора спам. Пора платить жалование. Туман постепенно рассеялся. Вскоре герои Верхнего мира прекратят жалко блеять и вернутся в свой истинный облик. Эх, пинка будем до ускорения. Ходит в развалочку. Назад. Так вот. Так. Ну что ж. Теперь, пока демоны держат оборону в подземелье, наши темные герои будут наводить порядок на поверхности. Стоп, а они один раз промахнуться умудрились? Нет, здесь мы вроде бы смотрели. Как сюда пробраться мне неведомо. И героям, судя по всему, тоже. Оп, стоп. Так. Это герои в подземелье, пусть идут. Нам нечем отвлекаться на них. Не надо в них стрелять. Вот как говорю, толпа. Видимо, разработчики действительно считают, что послать толпу за толпой противников — это очень увлекательно. Ё-моё. Спокойно. Сразу отступаем. Тактически, разумеется, чтобы враги немножко рассредоточились по возможности. В твоём подземелье враги! Ну, ё-моё. Я удивлюсь, они мазать начали. В подземелье ворвались враги. Так, ты где там? Сгинь отсюда. Надеюсь, они там справятся.
на черное сердце напали. Не справились. Назад. Даем все назад. Да ё-моё, что ж вы все лезете в бой? Подземелье ворвались враги. Да ё-моё. Дайте мне, пожалуйста, прописать им уровень агрессии. Ну это ж просто издевательство какое-то. Изумительно. Куда? Черное сердце напали. Вот разработчики вместо того, чтобы спамить, точнее выставить механику вокруг спама героев, сделали бы хоть немножко поработать над контролем наших. Очередная партия героев в подземелье. Хорошо. Так, магов хоть нету. В подземелье ворвались враги. Да, шевелится с их сторон. В твоем подземелье враги. О, опять толпа магов. Не, ну серьезно. Какого нам посылают толпу магов в подземелье, где у нас нет свободы маневра даже? Не, я помню, что когда-то говорил, что буду делать широкие проспекты, чтобы не толпились все, но... На черное сердце напали. Просто слов нет. Да ё-моё. Да ё-моё. Давно ж подождём просто добить.
хорошо. Так. Ну. По очевидным причинам башни в овец не превращаются. Хорошо, благо. Мы неплохо их можем повреждать. Разница долго получается? Так, не отвлекаемся. Хотя уже отвлеклись. Затем, наверное, все-таки пойдем фонтан отберем. Надо ускориться, иначе можем не успеть до ухода тумана. Хорошо. Почти прекрасно. Пора платить жалование. Стало ясно, что туман вот-вот рассеется. Вскоре овцы вновь станут героями. Быстрее. Хорошо.
Даже странно, что за весь период боя мы не услышали сообщения о том, что в нашем подземелье враги. О, Энн. Действительно, почему бы нет? В твоем подземелье враги. Есть контакт. Ай-яй. Вот именно магов умудряюсь пропускать. Оу, стоп. А вы-то почему живы? Жалостное зло захватило все оплоты добра в лесу. Оставалось только разобраться с заводами. Просто праздник какой-то. В том смысле, что это будет очень просто. А то я бывал на таких праздниках, что без пузырька была картина не выглядишь. Ой, детские дни рождения. Впрочем, я отвлекся. Хорошо. Вижена ведьма. Так, вот то, что эти башни именно просто башни. Оп. В подземелье ворвались враги. На черное сердце напали. Да что ж там столько лучников оказалось. Даже я так не нагрею и не вожу какую-то толпу лучников. Может, не могу. Так, худо-бедно вроде отбились. В подземелье ворвались враги. Ну-ну, я говорю, спам. Сплошной спам. Да что ты будешь делать? Уже сколько у меня их команда назначена? Все, продолжай их путать. Пора платить жалование. Так, мы здесь же точно были? Хотелось бы надеяться. Еще больше крови. В твоем подземелье враги. Угу. Назад. Пусть они там все идут.
О, у нас заметили. Почему? Почему вы прервали атаку? Или я не успел попасть под удар стража? В подземелье ворвались враги. Ну, ё-моё. Единственный плюс то, что стража не так уж много урона наносит по итогу. Так, ломаем. А вот эти вот просто с портала к нам вроде бы еще ни разу не приходили. При этом до портала мы добраться не можем. Это были не герои. Ясно. Оу-оу. Неплохая у них тут оборона. Да, я здесь взял героя. Пора платить жалование. Ну, в принципе. Стало ясно, что туман вот-вот рассеется. Вскоре овцы вновь станут героями. Ну, едва ли успеют.
все было кончено. Разоряющие зачарованные леса зло уничтожило надоедливых героев, захватило все заводы доброй феи и в целом устроило вполне достойный погром. А знаешь, было весело. Не знаю, зачем мы вообще сюда отправились, но какая разница? Давно же я так не веселилась. На самом деле, скрытное зло просто-напросто не желало делиться своим дьявольским планом с подчиненными и тщательно хранило секрет. Однако вскоре его тайна должна была раскрыться, ибо настал час отправиться в поход на крепость доброй феи. Ха! Эта старая кошелка у нас еще попляшет! Мы ее растерзаем, выбьем из нее пыль, насыплем ей перца в глазные капли. Ну что ж, на этом пока что все.